Анджелина Джоли вновь предстала в роли режиссера. В Нью-Йорке в окружении своих шестерых детей она представляет картину «Сначала они убили моего отца. Воспоминания дочери Камбоджи». Сюжет фильма разворачивается в Камбодже в середине 70-х годов прошлого века во времена режима Красных Кхмеров. Я впервые приехала в Камбоджу 16 лет назад, и как только приземлилась, сразу поняла, как мало знаю о международной политике. Я очень мало знала об этой стране, о том, что в ней произошло. Я пообещала себе узнать больше. Новый фильм основан на мемуарах американской писательницы Лу Нун «Беженки из Камбоджи». Картина повествует о судьбе девочки, которую Красные Кхмеры разлучили с родителями и отправили в лагерь для сирот. Там ее тренировали, чтобы превратить в солдата нового режима. Красные Кхмеры осуществляли геноцид, в ходе которого погибло четверть населения Камбоджи. Девочке чудом удалось сбежать из страны. Сохранив в сердце любовь к окружающему миру, она выросла и посвятила себя миротворческой миссии. У самой Анджелины Джоли особая связь с Камбоджей. Именно тут был снят фильм «Лара Крофт. Расхитительница гробниц», принесший ей мировую известность. А в 2003 году она усыновила здесь своего первого сына Мэддокса. В 2005 страна предоставила ей почетное гражданство. Невероятные люди, великолепные актеры. Я почувствовала себя там, как дома, и инстинктивно ощущала, что мой сын рядом. Я чувствую большую связь с этой страной. Я многим обязана Камбодже. Джоли – посол доброй воли ООН. Ее гуманитарная работа – одна из самых заметных среди звезд Голливуда.